Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вступилась за педиатра, которую раскритиковали за фотосессию в нижнем белье. По мнению Собчак, высоконравственные люди гурьбой накинулись на врача. И что, она хуже лечить стала или что? Или на работу в трусах ходит? Написала журналистка в своем телеграм-канале. Она напомнила, что тоже участвовала в фотосъемках в нижнем белье, и подчеркнула, что снимки никак не влияют на профессионализм работника. Ранее в соцсетях раскритиковали педиатра за фотографии, на которых она позирует в нижнем белье. В интернет их выложила фотограф Лена Щеголева. Одни пользователи оценили красоту врача-модели, а другие выразили недовольство, что работающий с детьми медик позволил себе такую вольность.